Трубецкое. Ну, здесь саркостых есть. Вот один из первых весенних грибов. Саркостыфа ярко-красная. Ну, пишут, что съедобный. Вот, ну, не белый гриб, понятно. Но это сколько надо его набрать. Вот, это замучаешься. А вкус, ну, не ярко выраженный, явно грибной. Ну, так что на фотографии красиво, здорово. А собирать я его не буду. Парк, усадьба Истомина. Это ниже пруда место. Работы бобров полно. Как назвали Бобросити. Так теперь и будем называть.